Настоящий трансформер пришел в 34-ю школу к 1-му Б-классу. Первоклассники с нетерпением ждали долгожданного гостя. Оставив позади 75 команд, ребята стали лучшими в квесте «Классное приключение» на празднике «Дети – наше будущее». «Классное приключение» нужно для того, чтобы команды, ну, класс, который, дети, которые будут проводить большую часть своей жизни в школе, они подружились быстрее и сплотились. Ничто так не объединяет людей, как совместное прохождение чего-то, каких-то трудностей. Маленьких школьников посвятили в трансформеры, дали пострелять из космических пушек и научили танцевать, как истинных автоботов. Первоклассники снова подтвердили звание дружного класса. Сладно поработали, что у них получилось вот завоевать первое место. Мы очень рады, что мы выиграли. Мои ребята в течение всего этого месяца каждый день спрашивали, а сегодня, ну, невозможно даже было вести уроки, потому что с первого урока до последней минуты все ждали и спрашивали, когда. Они не только должны учиться, но еще должны правильно отдыхать. Мы с Оптимусом Праймом и другими автоботами прибыли на Землю, чтобы защищать вас. И пока мы здесь, вы можете спать спокойно. Я ждала этого дня каждый день. Я отсчитываю на календаре все дни. И вот я дождалась до этого дня. Мы стреляли из пушек. Мы выполняли всякие задания. Наш класс дружный. Мы друг другу во всем помогаем. «Дети – наше будущее» – это социальный городской проект, который уже 7 лет проводит компания «Уфанет». С каждым годом все больше городов присоединяется и дарит детям этот праздник. Суть проекта заключается в том, чтобы обратить внимание к образованию всего общества, в частности родителей, учителей и детей. А для детей самое важное – это, знаете, чтобы ребенок начал мечтать, задумался о том, кем он хочет стать в будущем, и чтобы начал свою учебу со стремлением о том, что я хочу стать хоккеистом, например, я хочу стать там учителем, я хочу стать поваром. То есть зародить мечту в ребенку и создать вот эту вот атмосферу, когда она сбудется. В следующем году компания «Уфанет» будет ждать снова первоклассников на ярком и большом празднике «Дети – наше будущее». Екатерина Роженко, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ.